Артем, знаешь, мы выходим не первый раз сюда за сегодняшний день. Я уже вижу не мой вопрос в глазах зрителя. А ты случайно не с Кубани? Да, как ты догадался. У тебя такая колоритная рубаха. В ней Михаил Горбачев, помнится, по выходным на комбайне рассекал. Я вот смотрел эти новости тогда в 91-м, вот то так. Косил пшеницу. Да что там, ульи косил, пшеницу, все косил. Я в армии, да? Ну ладно. Дорогие друзья, я с радостью... Что я этим хотел сказать, Артем? Я забыл свою мегаподвязу. Так вот, Артем, ваша рубаха – огонь. Огонь? Огонь. Что в переводе с английского? Fire! Команда Fire на сцене! Встречайте Fire!